События разворачивались сначала на окраине областного центра. В ночь на 9 марта водитель «Лады Приора» проигнорировал требования сотрудников ДПС остановить автомобиль, чем спровоцировал погоню. Уходя от преследования патрульных автомобилей ДПС, гражданин, управляя своим автомобилем «Лада Приора», проехал по территории Слободского района по направлению от деревни Шихово в сторону города Кирова, после чего на автомобильной развязке на улице Павла Корчагина развернулся и направился обратно по направлению из города Кирова в сторону деревни Шихово Слободского района. Пытаясь скрыться от погони, водитель ехал со скоростью более 120 км в час. Провоцировать аварию на такой скорости довольно легко. Сначала сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль с помощью применения на дороге ленты с шипами. Вот она, 307-я, вот эту. Растягивай! Красота. На неоднократное требование инспекторов дорожно-патрульной службы водитель «Приоры» по-прежнему не реагировал, несмотря на то, что покрышки передних колес были повреждены, и погоня продолжилась. Сотрудники дорожно-патрульной службы в соответствии с федеральным законом о полиции в ходе преследования неоднократно предупреждали водителя о возможном применении для остановки транспортного средства табельного огнестрельного оружия. В дальнейшем в ходе следования водителя по направлению из города Киров обратно в сторону деревни Шихово Слободского района сотрудники полиции на прямом участке дороги для остановки автомобиля «Лада Приора» было применено табельное оружие. Сотрудниками дорожной полиции было выполнено 60 выстрелов из пистолета-пулемета «Кедр» и 32 выстрела из пистолета «Макарова». Позже в ходе осмотра «Приоры» правоохранители установят на авто 42 повреждения от пуль. Одна из пуль попала и в водителя. Об этом и сообщили следователям комитета рано утром 9 марта. 9 марта 2019 года в 4 часа 20 минут в Слободской межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области поступило сообщение об оказании медицинской помощи жителю города Кирова 1992 года рождения, получившему непроникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки справа. Необходимая медицинская помощь водителю была оказана, угроза его жизни ранения не представляла. После задержания водитель был доставлен в помещение управления ГИБДД России по Кировской области в городе Кирове, где на него были составлены ряд административных материалов, в том числе за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения в районе действия знака «Обгон запрещен». Также водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, но факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии подтвердил. В ту ночь рядом с ним в салоне авто находилась его жена. Водитель 1992 года рождения, уроженец города Кирова, является жителем города Кирова, женат, имеет одного ребенка, на иждивении не работает. Пояснил, что двигался из города Кирова в деревню Митино Слободского района в гости. Вину в совершении всех административных правонарушений водитель признал полностью. Преследование автомобилей и применение табельного оружия осуществляли кировские полицейские. Сотрудники дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Кирову. В настоящее время по факту применения сотрудниками ДПС огнестрельного оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий.